Ну, класс. Скажем так, в чем основные преимущества, и помимо того, что он красивый немецкий? Слайсер. Слайсер? А я другой еще ножик у вас. Ну, откройте его, посмотрите, для кстати. Для снятия изоляции, да? Да. Ну, а открой его пошире. Так, это что? А это вот для инзоляции, да, вот эти изоляции, штучки? Да, изоляция. А вот это что такое? Ну, это для одножильного, наверное, провода. Это да? Для грубого. Это похож на садовый, а такой это, нож. Это как его, фиксатор. А у вас еще другой есть. Это диаметра на однолезвенный такой, с оранжевой ручкой. Ну, этого точно здесь нету. Да. Ой, она же острая, чем она же. Это клеммы пилить, да? По-разному. Отвертки какие-то это есть? Это изолированные отвертки на 1000 вольт. Они у вас скаленые, из хорошей стали, да? Да. Но лучше не крутить. Потому что, к примеру, отвертки вот такого плана, они рассчитаны на использование и затягивание в клеммиках. Ну да, не знаю. А что вот это за приборчик такой с двумя усиками? Это тестеры. А что они делают? Ну, их есть два типа. Один типа с индикаторами, просто с обычными, со светодиодами. Проверка напряжения от 6 до 690 вольт, постоянная переменная. Фазность, диоды, как тестер можно использовать, как прозвонку. А как мультиметр он не работает? Нет. Ну, он и грубо показывает. А второй это с индикатором уже. Желаешь принесу, покажу. Пищи. С обычным, ну как тестер. Они также есть где-то еще здесь его фонарик, чтобы посмотреть. Ну и соответственно размер, шаг хода, розетка. А давайте ножницами чем-нибудь разрежем, которые кабель режут. У вас же там есть специальные для толстых кабелей? Для стяжек, для затягивания. Ух ты, специальный пистолет есть? Да. А мы руками все затягиваем. Вот. Это чемодан. О, как, это какой, это ножницы какие-то, да? Мощные. Так, дальше самые распространенные это кусачки для толстого кабеля. Да, ну до 16 квадрат, соответственно. О, как колбасу. Ну вот, ну это самый маленький, здесь не так интересно, лучше большой кабель интересно резать. А большого нет у вас, да, кабеля? Ну, сейчас посмотрим. Мне кажется, были здесь кусочки. О, давайте толстый порежем. Сейчас будем резать толстый кабель. Ты развел уже. Вот обжим, кстати. Этот. Ну-ка. Да. Ну-ка. Обжим кто-нибудь отрежет. Я уже каждый день режу, поэтому мне не о! Как по маслу идет. Огонь вообще. Пальчик ставьте. Где? Вот это так. Это для обжимки. А вот это что за ножик такой это большой? Для больших проводов до 40 миллиметров. Это, то есть, это можно провода воровать, получается, им? Он можно. Он заизолированный? Нет. Нет, да? Ну, соответственно, уже храповый механизм режет. Вот он отжимает. Ну, понятно. Вот он отжимает. А это у вас обжимщики, да, специальные есть? Это для зачистки специфических всяких кабелей с нестандартной изоляцией. Я даже вопрос не задаю. Угу. Стрипер, да? Ну, они, скорее всего, не делаются сами ручками. Не, ручки это... делают, а вот это вот что такое? Это для обжима наконечников шестигранник. Mm-hmm. А, квадрат. Я в свое время дипломтовский купил. Прикольно. Да. А вы знаете такую фирму Вюрф? Вюрф? Да. Ну, у него похоже. Это которая... Это, нет, ну, это Вика. Вставки тоже. Отвертки для нас делают. Да. Вот это вставка. Вюрф не знаю, еще не слышал. Ну, это для зачистки как изоляции. Они разнообразные есть. От 0,14 и более. Некоторые даже не делали всю рознь. А какой обычно считается крутой, это я забыл название? Это... Вайнмюллер. Мы еще покупали. А вот зачистка какой? Кого? Нет, стриперы покупали чьи-то. Зачистка. Трипоксы, ну, да, он что-то мне. А здесь что такое? Это для маленький пистолет для зачистки типа МГТФ и тефлона и всякую изоляцию. Не, он понимает. Это для снятия изоляции с кабелей в середине. А между. Ну да. А это что такое? Ты имеешь 5 мм? Это кусачки обычные. Обычные кусочки. А, кстати говоря, вот теперь можно попробовать, как ими резать. Ну-ка. Это же монтажники обычные. Да, это трудно ими будет резать. Это для проводов таких. Пальчик.
что трудно-то, раз и отрезал. Ну, по сравнению с теми. Ну тот-то, конечно. Динамометрическая отвертка. О, динамометрическая отвертка? То есть можно момент затяжки мерить? Да. Нет, выставить. Ты, наверное, с вами, господа, вот с Виховскими, наверное. У Вихов тоже такие есть. Мне подозрение, что здесь это же Вихо есть. Это Вихо, скорее всего. Здесь написано Вихо. Просто для нас делают. Только по торговой маркой Вельдмюллер, да. А что за шестигранники у вас там лежат в уголке? Это компания, в принципе. Это компания Cooper Tools. Вика, что ли? А, вот еще. Это подешевле. Вот это что такое? Это инструмент. Некоторые вещи я даже не знаю, что это такое. Нарезал, да? Это вдоль снятия изоляции. Они, кстати, не должны быть острые. Они вот так надрезают и потом снимают. Здесь еще должны мне быть... Мне лучше настроить, я не покажу. Это под RG45, такие же можешь есть посмотреть под оптику. О, велосипедный набор. Да ладно, велосипедный. Слушай, здесь более-менее правильно. Знаешь почему? Потому что идет параллельно. Все китайские, которые под углом обжимают, вот, 45, вот это они. Неправильно. А что это? Ножницы для резки кевлара. Кевлара? Кевлара? Да. Бронежилеты резать можно? Нет, это в основном кевлар, для кстати, оптики. Тяжело порезать.